В Новокуркино все еще не утихает война дворников с управляющей компанией «Пик Комфорт». Камень преткновения, по словам самих сотрудников, посредник, задерживающий заработную плату. Журналисты «Химки ТВ» связались с подрядной организацией, чтобы выяснить причину финансовой задержки. Но вины подрядчик не признал и к тому же подлил масло в огонь. Это не я не плачу. Это компания «Пик» не платит. Подождите, «Пик» вам не платит? Да. «Пик» не переводит деньги. «Пик» говорит, что они вам все выплачивают вовремя. Они прикрывают себя. Мы снова отправили запрос в пресс-службу компании «Пик Комфорт», чтобы выяснить их позицию в ответ на это заявление. Вероятно, сотрудник подрядной организации не владеет полной информацией. Мы еще раз провели сверку. Взаиморасчеты с подрядной организацией осуществляются в соответствии с графиком. Кто действительно виновник в этой ситуации, узнать, похоже, не удастся. Мы обратились в администрацию «Химок». Могут ли они повлиять на подрядчика или управляющую компанию? Мы не можем, да, как бы не отобрать, не наказать их, тем более. Естественно, мы сообщили это в органы прокуратуры, в органы УВД о недопустимости, в связи с чем. Житель это платит этим управляющим компаниям. А вот куда они расходуют эти деньги, что даже не платят своим дворникам, здесь должны разбираться правоохранительные органы. Они разберутся. Не доводя до проблем с законом и окончательной потери репутации, подрядчик уверяет, зарплату сотрудники получат в понедельник-вторник. Впрочем, такая междоусобица уже повлияла на комфорт местных жителей. Хотя бы потому, что мусор убирают далеко не с завидной регулярностью. То ли из-за забастовки дворников, то ли по иным причинам. Какой выход? Выбор управляющей компании у нас остается за собственниками жилья. Поэтому, уважаемые жители, если вы недовольны своей управляющей компанией, вы всегда можете провести собрание, переголосовать и избрать другую. Сегодня в Химках около полусотни коммунальных организаций. Отзывы есть на каждую, положительные, отрицательные. Рейтинг можно посмотреть на сайте Госжилинспекции региона в разделе «Документы» во вкладке «Гражданам». Выбрать подходящую коммунальную организацию можно общим голосованием на собрании жильцов. Алена Беляева, Александр Сергеев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.